В этом видео я хочу показать, как работает сливной клапан, в отличие от сливного насоса в промышленных стиральных машинках. Вот он присоединяется очень плотно, я его для этого специально снял. И вот как он сейчас опускается. Вот. Поэтому здесь, в принципе, ничего застрять не может при всем желании. Вот он опущенный, очень большой диаметр. Вот он обратно прижался. Вот здесь пружина идет. Вот оно. Феликс еще раз. Вот оно. И вот как он слив, насквозь видно. Все, вот он обратно сейчас опустился и прижимается. Опилится. Все, он прижимается очень плотно пружиной, и вода высотой 20 сантиметров его не сливает. Ну, не пропускает. Сам сливной клапан руководится вот такой вот. Таким вот моторчиком, который работает только в одну сторону. Потом, когда он напряжение не подается, он обратно закрывается. Вот по тросику оно проходит прямо в сам клапан.